Итак, продолжаем про еду. Я так понял, всем интересно. Делаем вареную картошку с курицей и критский салат. Это меня на Крите научили. Очень вкусная штука. Смотрите, картошка уже сварилась, мы ее сливаем. Картошка относится к элементу земля. И она совершенно безвредная. Земля — это то, что улучшает трансформацию пищи. Поэтому вот картошка. Мы ее закидываем обратно в кастрюльку. И можем добавить туда масло. Масло в рационе должно быть 30% коровьего, ну и животного, и 70% растительного. В салате будет растительное. У меня есть такая штука. Недавно приобрел электрогриль. Это вообще бомба. Берем курицу. Я заранее мариную ее. Мариную лук. Лук, лимонный сок, соль, ну и специи, хмели-сунели. Надо, чтобы было все 5 элементов усин. Это, соответственно, все, что горькое — огонь, все, что острое — металл. Одно другое должно балансировать. Лук, который мариновал, я не использую, потому что он на гриле сгорает. Итак, берем картофель. Готов. Закрываем, да, берем перец, его очень хорошо резать на гриле, и он очень полезный, в нем очень много витамина С. Если быстро все пожарить, то витамины сохраняются. Если долго жарить на сковороде, особенно используя рафинированное масло, это вредно, это канцероген, и там нет никаких полезных веществ. Поэтому масло я использую холодного отжима. Магазин «Вкус Вилл», там оно продается. Все закидываем на гриль. Закрываем крышку. Все падает, как обычно. И, слушайте, штука удобная. Буквально 10 минут, и все готово. Буквально 10 минут. Так, картошка пока у нас... Картошку мы пока оставляем, пусть она не остывает. Мы начинаем делать салат. Это используется здесь только томаты. Ну, мы берем половинку, чтобы не облопаться. Поэтому режем, закидываем в чашечку, там уже твердый сыр. В салате используется жареный, поджаренный, подсушенный хлеб. Крутоны, модное название. И твердый сыр. Молочку есть нельзя, но иногда твердый сыр можно. Далее берем зелень. Зелень относится к элементу металл, потому что она остренькая. Курица относится к элементу дерева. У нас должны присутствовать все 5 элементов из усин. Порезали зелень. Часть зелени у нас идет в салат, а часть идет на картошку. Это будет дико вкусно. Сыр, твердый пармезанчик маленькими квадратиками нарезаем, закидываем туда, где будет салат. Немножко солим. Добавляем масло холодного отжима. Это самое полезное масло. Омега-3, витамин Е, антиоксиданты. Всегда так делайте. Все остальное пока что убираем. И ждем, пока готовится курица. Вот, а курица, сейчас покажу вам, гриль, бомба. Фаль. Если вы выбираете гриль, выбирайте двусторонний и максимально мощный. В данном случае 2000 ватт. 2000 ватт. Делаем паузу, потом увидите, что получится. Больше всего люблю смотреть на то, как работает гриль. Это можно вечно наблюдать. Да, там все делается без масла, и чем выше температура, тем полезнее, тем лучше сохраняются полезные свойства продуктов. Смотрите. Ну, красота.
Красота же. Красота. Красота. И картошка у нас еще. Смотрите, все уже готово. И теперь, что мы делаем? Мы берем вот эти греночки. Самое удобное, что здесь все можно делать на одной сковородке. Греночки закидываем в салатик. Так, это вот крицкий салат. Скажите, вкусно выглядит? Но я вам по секрету скажу, он и на самом деле вкусен. Так что салатик мы убираем на сюда. Теперь, ну а теперь самое... Та-да-та-дам, та-да-дам. Самая вкусная часть программы – это украшение. Потому что у нас вкус появляется в тот момент, когда мы видим еду, да еще когда она вкусно пахнет. Ну, конечно, все это сразу съедать не надо, но мы можем оставить это, возможно, гостям. А возможно, сожрем ночью. И украшаем зеленью. Ну, красота! Красота! Ну и чай. Чай, конечно, тоже должен быть китайский. Пуэрчик. Хоу. Что, друзья, ужин холостяцкий, но по китайскому принципу готов, будем употреблять.